Я уже сказал, что истина, истина, поскольку она из соответствия понятия объекту, а все объекты противоречивы, то, следовательно, и понятие об этих объектах тоже противоречиво, правильно? А если мы противоречивый объект будем отражать непротиворечиво, то это будет какое отражение? Правильное будет отражение. Почему правильное? Потому что одну сторону объекта, или отрицательную, или положительную, мы отразим. Но оно, это будет не конкретное отображение, то есть не будет взято противоречие в единстве противоположных сторон. Как это можно применить? Ну, вот в нашем деле к тому, что называется журналистика. Вот если я буду описывать только положительные явления нашей жизни, это будет правильно? Как-то нет. А есть, вот есть такое положительное явление. Почему нет? Почему не объективно? Я проверяю. Было такое? Было. Это значит, есть вот истина правильная, есть достоверная. Я комиссию сделал. Раз вы возражали, мы сделали из трех человек комиссию, пошли проверили, протокол составили. Было такое. Раз было, значит, достоверно. Уже не просто правильно, а уже мы от вас отгородились, от вашей критики, потому что мы знаем таких, они не дают нам продвигаться, хвалить нам, славить, потому что у нас хорошее сделано в нашей стране. У нас так много хорошего, а вы хотите ничего это не подавать людям, а мы хотим показывать. И показываем только хорошее. Это правильно? Правильно. Потом надоело нам это все показывать правильное. Особенно вот с вами я поговорил, и вы меня убедили. И мы образовали с вами специальную группу по анализу наших минусов и недостатков. И как начали все разоблачать, так? Это будет правильно? Мы ничего не приписывали, мы ничего не искажали. Мы брали не такие гадости, которые выдуманы, а какие в жизни есть. Правильно? Это правильное будет отражение? Правильное. Вот слово «правильное», обратите внимание, слово «правильное», оно как раз существует для того, чтобы давать абстрактную истину. Что такое абстрактная истина? Односторонняя. Односторонняя. Что тут неправильно? То есть можно вообще писать из года в год, изо дня в день, и кормить людей только одним, тем, что действительно так и есть в нашей жизни, и является негативом. В чем тут, что тут не получается? Тут не получается конкретности. Истины. Потому что конкретность истины означает, что надо брать не просто одну сторону, какая вам нравится, чтобы не получился тут произвол. Или так. Вот я буду вас изучать, и у вас найду два положительных качества, одно отрицательное. Два положительных, одно отрицательное. Два положительных. Потом мне это надоест. Два отрицательных качества, одно положительное. Два отрицательных, одно положительное. И уже вы будете в другом свете. То есть можно средствами журналистики, вот, не выполняя требования конкретной истины, можно на самом деле действительную картину мира исказить. И картина мира будет правильной, в том смысле, что это то, что там сказано в этом отражении, но это есть в жизни, но она не будет истиной. И не случайно. Вот Гегель в «Науке и логике» различает правильность, достоверность и истинность. То есть правильность – это слишком мало, это значит, такое это имеет место. Достоверность – значит, можно это проверить, убедиться, что это действительно имеет место. А истину мы не получим, потому что еще и важно не просто наличие одного качества, противоположного качества, а и важно, в каком они единстве, какое превалирует, или какое превалирует в данный момент, потому что если речь идет о противоречии, это единство, борьба противоположности. Если это единство, борьба противоположности, значит, одна сторона может сегодня выигрывать, а завтра начать проигрывать. Скажем, какие-то позитивные силы в обществе могут выигрывать, а потом начать проигрывать. Так мы должны правильно изображать ход движения событий, правильно? И истинным образом. Это вот истина поэтому конкретно. Истина не односторонняя. Истину нельзя рассматривать как истинную ту картину, которая является односторонней. А правильность тут есть. Да, это правильно. То, что у вас есть хорошие качества, это правильно.
То, что у вас есть отрицательные качества, это правильно. Так я как вас изобразил? Непонятно, кто вы. То ли вы положительный человек, то ли отрицательный. А на самом деле любое противоречие имеет так следующий вид. Целое, которое является целым и своим собственным моментом, потому что есть в нем его отрицание, которое является только моментом. Вот если человек положительный, или общество положительное, или человек, или организация, то это положительное есть не только в целом, но и в нем. А отрицательное, оно противостоит в нем и этому положительному, правильно? А вот отрицательным оно в целом не является. А если мы отрицательное явление берем, или не порядочного человека берем, а подлого, он в целом подлый, но у него же есть положительные качества. Вот особенно мошенничество и связано с тем, что опираясь на свои положительные качества, он и улыбается, он и хорошо разговаривает, он с вами не ругается и втирается в доверие, и вы ему доверяете. А мошенничество – это злоупотребление доверием. Так оно и записано в Уголовном кодексе. Вы человеку доверились, а он воспользуется вашим доверием, вас обокрал, обманул и так далее. Поэтому вот это мы должны в этом разбираться. И без этого, ну кто такой вот журналист? Это тот человек, который истинным образом описывает действительность. А что значит истинным образом? Он показывает, что является положительной тенденцией, что является отрицательной. Показывает, как идет. Журналист не может, так сказать, заставить какую-то сторону перестать другой. Правильно? Но ту действительную борьбу жизненную, которая идет, протекает в жизни, он может ее выразить, отразить. А что касается граждан, которые читают, читателей, ну, читатель, опираясь на это изображение противоречия, он сам выбирает позицию, потому что жизненную позицию выбирает человек, исходя из картины. На какую сторону борьбы он хочет встать? Но сразу можно этому человеку объяснить, что самая плохая позиция – это позиция... Никакой позиции не избрать, ходить по баррикаде. Тогда в тебя будут стрелять с каждой стороны. Эти тебя не уважают за то, что ты не на этой стороне, те не уважают, что ты не на той стороне. И человек, который никакую сторону в жизненной борьбе не избрал и на ней не стоит, его будут к нему относиться так, что пинать его будут и представители одной и другой позиции, одной и другой точки зрения, одной и другой объективной тенденции. В жизни идет борьба. Во всех сферах, и в искусстве, и в литературе, в науке, в культуре. И поэтому человек должен для себя находить позицию. Ну, а задача журналиста, во-первых, ну, быть не просто зеркалом, которое отражает, а найти вот прогрессивную тенденцию. И эту прогрессивную тенденцию изобразить как прогрессивную, а реакционную как реакционную. А какую будут позицию занимать люди? Но это уже не дело журналистики. Люди – это их дело. Вы можете как угодно правильно все обрисовать, но отвечать за то, что кто-то, тем не менее, вы хотите убедить, скажем, того же самого Полонского, чтобы он не ограблял население. Да он, если увидит миллиард, он обязательно их ограбит. У нас была такая история, значит, вот в нашей газете «Народная правда» помогал такой Виктор Федорович, который возглавлял организацию «Интеркрими». Они нам время от времени, значит, оказывали благотворительную помощь для выпуска газеты. Вот он меня спрашивает: а вот, Михаил Васильевич, а у вас-то не было такого опыта какой-нибудь коммерческой деятельности? Да я говорю, был у нас такой опыт. Один человек решил заняться коммерческой, чтобы газете помочь, и по уши завяз, и с ума сошел. Так что у нас ничего положительного тут нет. А у вас? А он говорит, и у нас. Вот представляете, мы приготовились к тому, чтобы премию к празднику выдать. И вот я своему заместителю выдал, но это было в то время, когда были миллионы. Помните, было, может, вы не помните, а у нас было время, когда наша зарплата на лето составляла вот у меня 2 миллиона. Это когда в сотнях тысяч считались у нас всякие, так сказать, обычные цены на обычные продукты. Я миллионером пробыл ровно 2 месяца. К августу я уже перестал быть, а потом мы разделили это на 100 и
привели к низким ценам и зарплатам. И вот он говорит, он должен был завтра принести наличные для того, чтобы мы расплатились, дали премии тем, кто хорошо работал. И вот он мне звонит накануне и говорит, Виктор Федорович, а я завтра на работу не приду. Вот как ты не придешь? Так вот не приду. Как же ты не придешь? У тебя же, ты же должен 15 миллионов принести для премиальных. Нет, Виктор Федорович, у меня в левой руке 6 миллионов. В правой руке 6 миллионов. Я завтра на работу не приду. Тот говорит, да ладно, ты что, во-первых, это не такие бешеные деньги, во-вторых, ты же понимаешь, это же люди, это же неудобно, это неправильно. Тот говорит, нет, Виктор Федорович, у меня в левой руке 6 миллионов, и в правой руке 6 миллионов, я на работу не приду. Ну и так и сошел он с ума, и на работу не пришел. Что делать, люди остались без премии. То есть есть люди, которые, пока с ними, так сказать, ведешь нормальные разговоры, они вроде бы нормальные, как только доходит дело до каких-то больших сумм, начинают люди сходить с ума. Ну и это написано в «Капитале» у Маркса, это не Маркс написал, а там в сноске он дает, что все зависит от нормы прибыли. Как только капиталист видит 300%, он до этого мог бы пойти на разные преступления. А уже когда больше, чем 300% норма прибыли, он готов сломать себе шею, реализовывая вот эту программу получения этих 300%. Пойти на любое преступление, какое только можно. И мы знаем, какие, и нам приходится это описывать, изображать и отражать, на какие преступления люди идут для того, чтобы обогатиться за счет других. А сами мы знаем и некоторую поговорку народную, что от палат, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Так? Поэтому, если кто-то имеет каменные палаты, значит, вы не можете его в тюрьму, конечно, посадить, но начинать следствие можете сразу. Потому что за счет своего труда это невозможно сделать. Вот что такое сделали хорошие наши миллиардеры, за которых я вам предлагал порадоваться, а вы как-то сдержанно это восприняли. Вот сдержанно, я бы сказал. Вот что они хорошее сделали? Изобретатели, какие-нибудь новые машины изобрели. Новые какие-то устройства, повысили производительность труда, улучшили жизнь рабочих, сократили рабочий день, помогли, значит, матерям. Что они сделали такого? Что они сделали такого, чтобы у них стало столько денег? Ничего такого они не делали. Вспоминается известное изречение старухи Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя, как она говорит. Хорошими делами такие деньги получить в наше время невозможно. Это всегда не трудовой доход. И вот вам пример. Нам приходится писать и обсуждать ситуацию с взяточниками современными. Причем взяточничество у нас на уровне глав администрации имеет место даже. По крайней мере, вот у нас в СИЗО сидит Хорошавин, глава Сахалина, и Белых, глава Кирова. И вот этот самый Хорошавин подал в суд бумагу с таким требованием, чтобы деньги ему вернули, которые у него арестовали. У него дома нашли 1,8 миллиарда рублей. И арестовали. Что такое арестовали, я думаю, вы знаете. Что такое арестовать? Вы не можете их никому отдать, не можете их на что-то употребить. А чтобы вы этого не могли сделать, их как бы обездвижили. Никаких движений. То есть это еще не национализация. Никто это еще в собственность государства не передал. А просто их тормознули как бы. Он ничего не может их истратить, даже не может с помощью этих денег подкупить адвокатов. Не может дать там 2 миллиона одному, 2 миллиона судье, 3 миллиона прокурору, и не может она это сделать из этих денег. Денег у него этих нет. Их арестовали. Вот. А в самом деле есть доказательство того, что он взял взяток на 500 миллионов. То есть взяток взял на 500 миллионов, а дома у него нашли 1,8. То есть
Остальное, ну вот не знаю, как он сделал, не зафиксировали. Это трудно зафиксировать, правильно? Где и как он получал, от кого получал. Вот он и говорит, раз вы не можете доказать, отдайте мне вот это 1,8 минус вот эти 0,5, вы будете судиться со мной за 0,5 миллиарда. Судите меня, пожалуйста, а вот 1,8 минус 0,5, 1,3 миллиарда отдайте мне. Почему? Потому что у нас нет такого закона спрашивать, откуда деньги. Есть такой закон? Нет такого закона. Как раз в этом состоял либерализм, так сказать. Почему радовалась некоторая группа, при некоторых представителей наших граждан очень радовались, что теперь отменена смертная казнь за экономические преступления, и спрашивать никто не должен, откуда у вас такие деньги. Я думаю, вы знаете, что вы через границу можете спокойно перевести миллион долларов. Вот вы знаете, что вы можете перевести миллион, или вас это не интересует? А что у вас, или слишком много долларов, или слишком мало, что вас это не интересует? Зачем, говорит, я буду переводить, у меня есть люди, которые перевозят. Правильно? Так, да? Вот эти люди, которые переводят, они и переводят, эти люди, конечно, это они сами миллиардеры переводят. Вот в чемодане у него валюты на миллион долларов, по оценке, миллион долларов. Он может просто взять и пойти по зеленому коридору? Не может, он должен декларацию написать. Декларацию написать, везу в чемодане миллион долларов. Те могут открыть и пересчитать, и убедиться, что ровно миллион. А могут они не пустить? Нет. И вот за предыдущий год 5 таких чемоданов вывезено из России, и 2 чемодана ввезено. А зачем вводят? А вот выборная кампания. Это что такое наличные деньги? Это можно организовывать выборную кампанию, и нигде никакой отчетности нет. Правильно? Это же не банковские деньги. Это они и так в руках. И вот представитель таможенного комитета, который об этом, таможенного ведомства, который об этом писал в газете, рассуждает, что это ненормально. Надо спрашивать, откуда деньги. И вот я везу теперь миллион долларов, а вы на таможне меня спрашиваете. Спросите меня, откуда у меня деньги? Бабушка подарила. Еще вопрос есть у вас? Нет, ну я пошел. А? Вот. Это вот то, что сейчас имеется в современном нашем законодательстве. Так, вот теперь, значит, конкретность. Конкретность иногда понимают и по-другому, не только как неодносторонность, но это самое главное, что это не одностороннее должно быть. А еще то, что зависимость знаний от связей, взаимозависимости, присущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они существуют, развивается. Но непонятно, как быть с этими связями и прочими, то есть тут какая-то неопределенность в связи с тем, что непонятно, как оценивать тогда эту зависимость в плане истины. Важное место занимают такие формы истины, как абсолютная и относительная истина. Что понимается под абсолютной истиной? Понимается такого рода знание, которое тождественно предмету, и потому не может быть опровергнуто при дальнейшем развитии познания. То есть нельзя это опровергнуть в дальнейшем развитии, при дальнейшем развитии познания. По каким причинам? Если это истина, первое, результат познания отдельных сторон изучаемых объектов. То есть не все еще вы стороны изучили, но какие-то стороны вы изучили. И эта истина абсолютна. А в целом для объекта она относительна. Я провожу руку правую, могу все рассказать, про левую пока не могу, не изучил. Это относительная истина, хотя абсолютная, относительная по отношению к целому, а по отношению к части может быть уже абсолютная. Это окончательное знание определенных аспектов действительности. То есть какие-то аспекты, какие-то стороны мы окончательно уже изучили, а в целом еще не все изучили. И то содержание относительной истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания. Вот то, что сохраняется, не меняется в этом. Мы изучаем, мы что-то при
этом изучении дальнейшем становится более ясным, более понятным, раскрывается. А что-то остается неизменным во всем ходе познания. Вот это значит, что это тоже абсолютная истина. И под абсолютной истиной можно понимать полное, актуальное, никогда целиком недостижимое знание о мире. То есть познавать мы можем мир бесконечно. И все подлежит познанию. Нет ничего такого, чтобы не подлежало познанию. Но мы никогда полностью законченное знание о мире за короткое время, за время нашей жизни не получим. И никакое поколение этого полного знания не получим. Хотя сама способность к абсолютному познанию у человечества есть. Вот это абсолютная истина. А что есть относительная истина? Это неполное знание о том же самом предмете. Неполное знание о том же самом предмете. Конкретное это абстрактное? Конкретное противостоит односторонности. Односторонности. А неполное знание – это что-то я знаю, а остальное не знаю. Вот это относительная истина. Вот я знаю, что вы хороший человек, а что вы хорошего сделали, еще не знаю. Это неполное. А вы мне не рассказываете. Ну, раз не рассказываете, я не могу рассказать. Как-то надо пытаться. Поэтому иногда берут у людей, у хороших людей берут интервью, чтобы узнать, о чем у них, в чем эта положительность выражается, какие у них взгляды, позиции, намерения и так далее. И это раскрывается, эта истина полнее. Это она неполная, она тоже будет неполная. Как бы вы там ни раскрывали, полностью вы человека с помощью интервью не раскроете, правда? Но вы эту истину делаете полнее. Это относительная истина. Истина во все времена остается истиной, поэтому относительная истина – это истина, объективная, исключающая заблуждение и ложь. Ну, не так, как в анекдоте, что говорит, за что мы любим Иванова. Зато он, правда, и взятки берет, и поступки у него нехорошие, но человек хороший. И тогда получается какая-то ерунда. А если речь идет о относительной истине, это то, что постепенно, так сказать, может наполняться большей глубиной, но которая остается истиной, а не ложью. Если у вас есть какое-то положительное качество, оно есть в любых ситуациях. А если оно в этих ситуациях пропадает, в одних ситуациях есть, в других нет, значит, этого качества характера у вас нет. Это временное явление, непостоянство. Человек виляет, человек непоследовательный, беспринципный и так далее. Есть концепция истины когерентная. Когерентная концепция истины. Это что значит? Это значит, что истинное знание понимается как самосогласованное, непротиворечивое знание. Ну и как к этому относится? Это, скажем, то знание, которое есть, например, в математике. Правильно? В математике есть знание, она дает знание о мире? Дает. Но непосредственно она не наука о мире. Правильно? Математика представляет собой встроенное такое здание, непротиворечивое, построено на чем? На неопределяемых понятиях и аксиомах, то есть недоказуемых утверждениях. Если разные берешь аксиомы, получаешь разные науки. Например, есть геометрия Евклидова, которая стоит на аксиоме о том, что через точку, не лежащую на прямой, можно провести только одну прямую, не пересекающуюся с данной. А есть не Евклидова геометрия, а геометрия Лобачевская, что через точку, не лежащую на прямой, можно провести сколько угодно прямых, не пересекающихся с данной. Как это понять? Ну, как-то вот таким образным путем трудно сказать.
потому что это вот буквального образа нет. А приблизительный образ может быть такой. Вот возьмите яблоко и возьмите точку на внешней стороне яблока и начните разрезать через эту точку, отрезать кусочки яблока, вот, полностью отрезать ножом. И у вас будут окружности. В одной точке они соединены, а много-много таких окружностей, но они не пересекают в одну большую окружность, где яблоко самое большое. А вот так будет. Много-много-много таких срезов. Но это, конечно, не прямые, но можно приблизить к прямым. Давайте это яблоко будем рассматривать не как яблоко, а как шар, который можно надувать. И вот мы будем надувать, 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 уже это километр, потом 100 километров, 1000 километров, 1 000 000 километров диаметр этого яблока. И эти вот кривые будут уже как прямые. Правильно? И они не будут пересекать. То есть много-много получается таких вот кривых, которые почти как прямые и не пересекаются с данной. Но это не более чем какой-то пример такой. Больше механический, не строгий. То есть вот такая концепция истины, она антидиалектична. То есть если мы ставим задачи раскрыть противоречия, изобразить противоречия, которые в жизни есть, то как раз вот эта так называемая когерентная истина, она ставит себе целью изобразить как непротиворечивое то, что является противоречивым. И она поэтому не истинна. Не истинна. Вот, скажем, почему мы можем сказать, что «Капитал» Маркса – гениальное произведение. Гениальным произведением является произведение, которое продвинуло человечество вперед. Потому что это единственное произведение, которое представило одну общественно-экономическую формацию как систему. Причем систему диалектическую, в которой идет от одного противоречия к другому и рассматривается движение этих противоречий. Не то, чтобы она была непротиворечивой, напротив, наоборот, все противоречия от самого простого до самых глубоких противоречий. И имея в виду вот это понимание капитализма, мы можем даже определить капитализм самым простым образом. Что капитализм – это просто всеобщее товарное хозяйство. А что это значит, что всеобщее товарное хозяйство? Не то, что некоторые продукты производятся как товары, то есть с целью обмена, а другие не с целью обмена, а там для личного индивидуального потребления. А все подвергается обмену. Нет таких продуктов, которые не превращались бы в товар, то есть в средство обмена. И вот как только мы так поставим вопрос, тогда и рабочая сила тоже становится товаром. А товарное производство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром, называется капитализмом. То есть вот самое короткое капитализм – это просто всеобщее товарное хозяйство. А всеобщее значит все, то есть и рабочая сила товара. А если товар рабочая сила, можно откупить вашу рабочую силу за 2 часа в день вашего труда. За 2 часа я буду платить результат вашей двухчасовой работы вам. А остальные 6 часов мне. А почему так? А потому что мы с вами договорились о цене. Мы договорились, вот, что вы будете вот взять вот столько. Вот столько вы будете вырабатывать за 2 часа вашего труда. Остальное вас не касается. Правильно? Потому что мы с вами договорились, сделка состоялась. Я уже вашу рабочую силу купил, и теперь я ее использую. А ваша рабочая сила обладает свойством создавать стоимость. И стоимость вы создадите в 5 раз больше, чем, или в 4 раза больше, чем стоимость, которую вы получите. И вы получите необходимый, то, что соответствует необходимому труду, а я получу то, что соответствует прибавочному труду. И я буду богатеть. И у меня будет скоро 1 000 000. А у вас будет 1 000 000 болячек. Тем не менее, вот такая точка зрения о когерентной истине, она присутствует в философских трудах. Основоположник
Иммануил Кант. А в 20 веке неопозитивизм. Но если про Канта можно сказать, что он еще до диалектики не дошел, до гегелевской, поэтому его учение можно считать позитивным. А вот неопозитивизм уже появился тогда, когда диалектика уже была. Поэтому его можно оценить, это течение философское, как реакционное. Нейрат писал, например, что истинность научного знания в том, что все знания представляют собой самосогласованную систему. Ну и раньше были такие философы, которые с этим выступали. Например, Парменид и Зенон в Древней Греции считали, что соответствие знаний действительности может быть удостоверено не путем наблюдений, которые не дают достоверного знания, а лишь путем установления непротиворечивости знаний. А как вот знание непротиворечиво, если жизнь противоречива? Как может человека изобразить непротиворечивым, если он противоречив? Это не истинное изображение. На сегодняшний день все попытки живое изображать как неживое, они является огрублением действительности. Истины не дают. Но относительную истину какую-то дать могут. Прагматическая есть концепция истины. Это Пирс, Джемс. Истина, дескать, утверждение состоит в его согласии с конечным критерием. А этот критерий есть полезность данного утверждения для действия. То, что мне полезно, то и истина. А то, что не полезно, то и не истина. То есть сюда, таким образом, в это понятие входит субъективизм, прагматическая концепция истины. Вот если я капиталист, и ваша и эта точка зрения позволяет мне получать денег больше, это значит истина. Ну, пример из области права. Если вы откроете Трудовой кодекс, там есть определение заработной платы. Никто не скажет, что такое заработная плата согласно Трудовому кодексу. А? Вознаграждение за труд. Вот совершенно правильно. Вот теперь мы берем тот пример, который мы с вами обсуждали. Я вас как раз пример приводил. Вы пошли ко мне на работу. Вы работаете 8 часов. За первые 2 часа вы выработали ту сумму, которую я потом вам выплачу в виде зарплаты. Причем я еще буду тянуть. Я сначала аванс вам. Вы уже сделали гораздо больше, чем аванс. Аванс дам за первую половину месяца, потом за вторую. А вы получите только четвертую часть. Спрашивается, кто кого вознаградил? Вы меня или я вас? Ну, вы работали 8 часов, а я вам из этих продуктов, которые получены за 8 часов вашего труда, отдал эквивалент 2 часов, а 6 забрал себе. Кто кого вознаградил? Вы сами себя. Нет, вы меня вознаградили. Как? Вы же работали, вы меня и вознаграждаете. Если я же за счет вашего труда богатею, правильно? Я же купил вашу рабочую силу. А на самом деле у Маркса написано, что такое заработная плата. Как определяется заработная плата у Маркса, как вы думаете? Очень просто. Цена рабочей силы. Ну, я же купил вашу рабочую силу, это цена. Вы продавец рабочей силы, я покупатель, вы продали, я купил. А раз я уже купил, это уже не ваше дело, как я ее использую, правильно? У Маркса, по-моему, логичнее. А? У Маркса логичнее, конечно. У Маркса логичнее, потому что он рассматривал систему, вытекающую из одной клеточки. Вот он взял товар и рассматривал его противоречие, развивал. От товара перешел к деньгам. Деньги потом стал рассматривать как самовозрастающую стоимость. А как она может самовозрастать? Надо найти такой товар, который купишь, и использование этого товара дает большую стоимость, чем я потратил на его покупку. Есть такой товар? Есть. Как он называется? Рабочая сила. Я купил вашу рабочую силу. И вы спокойно работаете. Я вам плачу вроде по-честному, сколько мы договорились. Мы договорились, что я вам буду платить столько-то, скажем, 20 тысяч. А я буду получать 80 тысяч от вашего труда. То есть каждый день или каждый месяц я получаю от вас 80 тысяч за счет вашего труда.
сам не трудясь. И это хорошо? Для кого хорошо? Вот это прагматическая концепция истины. Для меня хорошо. Можно по поводу этой более ядовитой, так сказать, пример привести. Вот встречается больной с врачом, и врач достает стетоскоп и начинает его слушать. И слушает, и приговаривает. Как они всегда этот стетоскоп прислоняют, говорит, хорошо, 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 а что хорошо, спрашивает пациент, что хорошо. А врач говорит, да хорошо, что у меня таких болезней нет. То есть это же прагматический подход к истине. У меня нет, значит мне хорошо. А что вам плохо? Ну это ваша проблема, как сейчас говорят. Это ваша проблема. Чего пришли? Один у своего приятеля спрашивает, который вернулся только что из, от зубного врача. Ну, сколько он вырвал тебе? Он говорит, вырвал $200 у меня. Вот Парменид и Зенон, которые были очень давно, они считали, что соответствие знаний действительности может быть удостоверено не путем наблюдений, которые не дают достоверного знания, а лишь путем установления непротиворечивости знаний. Но это, так сказать, вот ошибки тех, кто начинает познание. Потому что Парменид велик не своими ошибками, а тем, что он первый стал изучать бытие. И он, по существу, внес эту вот категорию в философию, философию бытия. В настоящее время распространен подход, называемый элиминационным. Истина – неопределенное понятие, ведущее к трудностям. Давайте не будем искать истину. Уберем, и этой проблемы нету. Это же хорошо, да? Вот у меня есть вот что такое истина в экзаменационных вопросах. Правильно? Мы, значит, по просьбе студентов, давайте мы уберем это и не будем на экзамене спрашивать. Элиминационные. Элиминировать, убрать, уничтожить. Давайте этот. Нет вопросов, нет ответов. Все хорошо. А? Давайте и другие. Пройдемся по этим вопросам и повыкидываем все остальное. А встретимся на экзамене и попьем чай. И все хорошо. И скажем, расскажем, что у нас новая форма методики приема экзаменов. Который не озлобляет этих самых сдающих, а позволяет наладить контакты в этом хорошем разговоре за чаем, и выясняется истина. Так вот, в этом элиминационном подходе есть и такое, что необходимо искать более удобные понятия, например, соглашение или иные заместители. Зачем нам знать, что такое истина? Давайте договоримся, что вот это вот истина. Давайте договоримся, что со всем жить хорошо на Руси. Одинаково хорошо. А если у вас плохо, то это вы сами виноваты. Вот почему я богаче вас сказать? Потому что я успешный. А вы неуспешный лузер. Вот в чем дело. Так это говорят? Говорят. То есть как-то человек должен оправдывать свои действия, свое богатство среди всеобщей нищеты. Вот он так и оправдывает. Дескать, мы вроде как были на старте одновременно. Я побежал, а вы задержались на старте. Ну, как, я не виноват, что вы задержались. Надо было быстрее бежать и хватать, 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 хватать. А вы не хватали. Проблема критерий истины. В чем критерий? Как, вот, какими критериями пользоваться при поиске истины? Ну, вот тут понятно, что если мы под истиной понимаем не только то, что мы наблюдаем, а и под истиной понимаем соответствие результата наших действий замыслу, идее, то поэтому на место критерия истины встает практика. Практикой мы проверяем, правильно ли мы понимаем. Если на основе достигнутых научных результатов у нас получается то, что мы наметили, значит, мы правильно воспринимаем мир. А если получается совсем не то,
Я думал, что еду направо, а оказывается, еду налево. И приехал я обратно, назад, и приехал в Ленинград. Поэтому, если у нас практика не подтверждает наши предположения, гипотезы и так далее, значит, а эти предположения, гипотезы не истинны. И наоборот, если она подтверждает, значит, практика доказывает нам, что наш взгляд правильный. Хотя не все философы изначально с этим соглашались. Вот особенно философы, стоящие на идеалистической точке зрения, они предлагали другой вариант. Рене Декарт, Борух Спиноза, Лейбниц в качестве критерия истины предлагали ясность и отчетливость мыслимого. Вот если я это ясно излагаю, вот это и есть истина. А если непонятно, то не истина. Вот мне приходится разъяснять людям, как правильно понимать науку логики Гегеля. И я получаю тьму вопросов, в которых мне говорят, ну это трудно, это непонятно. И так далее. А вот как бы это совсем было просто и понятно? А вот может быть на высокую гору, высотой 8 тысяч метров, легкий и простой путь, может быть такой? Не может быть такого пути. Нету туда широкой столбовой дороги. И тропы, по которой идут овцы, коровы, где все вытоптано, нету туда, на самую вершину. Более того, я вот когда был в Домбае, ходил со своим коллегой мимо кладбища альпинистов. Теперь туда не войдешь, там деньги по 100 рублей платят за вход в лес. Стоят с автоматами, защищают свои деньги. Хотя лес им не принадлежит. И вот на кладбище альпинистов мы видели, что вот чемпион Советского Союза по альпинистскому спорту, покоривший там вершину 6500 метров и так далее, разбился при спуске. То есть все, шел наверх, 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 а при спуске разбился, когда уже человек достиг, можно сказать, вершины, а дальше уже силы его покинули и не удержался. Ну а наука разве это не высоты, это не вершины разве человеческого разума? То есть человек хочет, если он хочет постигнуть гениальное, так он зачем настраивается на то, что он сидит на диване, ему излагает, ему все понятно. Какие такие есть науки, которые все понятно? Что это за науки, в которых все понятно? Маркс прямо писал, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, то, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Вот как. А если человек настроен на то, что это трудно? Ну вот, математику вы изучали? Это же трудно? А? Очень. Очень. Предел изучали? Я уже не помню, это было 4 года назад. Не помните? Ну, некоторые, вот, которые начинают, скажут, вот вы в философии, очень у вас трудно. Ну, давайте я вам проще, давайте я вам расскажу про предел в математике. Может быть, еще дело от интереса зависит, если мне математика не интересна, то я... Да хоть она и вас 100 раз интересна, и вы думаете, если вам интересно, то вы так прямо и поймете. Вот приведу вам личный свой пример. Я матмех кончал. И был я на кафедре алгебры. С отличием я закончил матмех. То есть я был не самый плохой студент. Я был студент, и у меня был индивидуальный план, и я, отдельно у меня стояла гомологическая алгебра, теория колец, теория игр в плане. И вот я прихожу, декан наш читал, Боревич Зиновий Иванович. Гомологическая алгебра. Первую лекцию я понял. Первую. Курс годовой. Вторую не понял. Третью тем более не понял. И на всех лекциях дальше сидел, и так. И все, я сидел и думал, а вот эти, которые сидят рядом со мной, молчат, они-то понимают. А они на меня смотрели и тоже думали, а вот, наверное, такой с умным видом сидит, наверное, он-то понимает. А мы-то не понимаем. В общем, закончился год, ну, раз в неделю. Ну, в час отсидеть, ничего страшного. Люди в тюрьме сидят годами. А тут всего-то отсидеть на лекции, один час декана послушал. Причем декан это однажды вот читал, а потом, значит, он писал.
Потом остановился, задумался, и так стоит. А мы сидим, а он стоит, а мы сидим. И так 40 минут. Потом стоял, стоял, нет, не вспомнил и ушел. В следующий раз пришел и продолжил. А мы дальше сидим. И сидят все смирно, никто ничего. А что говорить, там сидело 4 или 5 человек нас всего. Это у нас специальные курсы были, куда по желанию. Не хочешь, не ходи. Хочешь, ходи. Ну, никто не понял, ну, это твое дело. Если ты не понял, то что будет? Это не суть, а за это не ругает, и не обязан. И вот кончился этот год, думаю, что же такое получается, что ничего не понятно. Пошел я снова. А у нас следующий год опять этот есть курс. Сижу и понимаю. Второй раз. Я не только вот прослушал этот курс и понял, я сдал на отлично. И мне поставили гомологическую алгебру. Там же, когда получаешь диплом, там есть приложение, где оценки соответствующие. Ну, с первого раза это немыслимо это понять. Давайте я вам расскажу, что такое предел в математике, чтобы вы не думали, что я слишком вам непонятно читаю. Ну, простейшее, есть два вот предела, два определения. Есть предел определения последовательности xn, предел последовательности xn, а есть предел функции f от x в точке x0. Вот прямо предел функции f от x в точке x0 не буду, потому что это точно уже трудно понимать. Я лучше вам расскажу, что не просто трудно. Про предел последовательности. Число А называется пределом последовательности xn при n, стремящемся к бесконечности. Если для любого, сколь угодно малого положительного числа эпсилон найдется такое n большое, что для всех n больших n большого xn минус а по абсолютной величине меньше эпсилон. Ну, и все. Понятно? Чего смеетесь? Что тут смешного? Очень все понятно. Вот сидит человек, ему понятно. Вам понятно? Он тоже кончил матмех. А? Проще. Не бывает. То есть, ну как в науке вот люди настроены, приходят в науку и настроены, что это у них будет кино. Или что это ресторан. Ну, это не кино и не ресторан, это наука. Здесь есть вещи. Но вы представляете, вот вы для интереса просто будете в библиотеке, возьмите книгу по теоретической физике. Что вы там увидите? Одни математические формулы. Одни, там ничего больше нет. Ничего больше нету. И слов там почти нету. А химия современная – это страшное дело. Единственное, что вот медиками все считают, каждый знает, как кого лечить. А на самом деле такая сложная наука, что Гегель даже писал, что ее как систему так и не удалось до сих пор построить. Очень сложная наука. Так что вот, ну вот были такие философы, которые, видите ли, дайте им ясности и отчетливость мыслимого. А ясность и отчетливость есть, вот я вам ясно и отчетливо это определение. Это на самом деле большое достижение науки, потому что никак не могли сформулировать предел, уже пользовались, уже считали эти пределы. Но говорили, что стремиться. Что такое стремиться? А что такое стремиться? Если что-то к чему-то стремится, значит нет такой точки, что ближе нельзя. И еще ближе. Какую бы точку ни указали, всегда можно еще пройти. Сколько это шагов сделать по этой последовательности, что вы, она пойдет ближе. А тогда еще ближе и так далее. Так до бесконечности. Тут это очень. Тут две бесконечности в этом определении. Одна это для любого эпсилона, все меньше и меньше устанавливается, так сказать, эта вот граница, и все больше и больше шагов приходится проходить. А вот в философии определение предела очень простое. Сейчас я вам скажу, чтобы вы не думали, что философия такая же трудная наука, как математика. Вот что такое граница, вы знаете? Граница. Не знаете? Товарищи журналисты, скажите, пожалуйста, что такое граница? Над границей тучи ходят хмуро. Почему хмуро? Потому что они знают, что такое граница. А? То, что что-то разделяет. То, что нас разделяет, да? Это наша граница, да? Да. Ага. Ну, хорошо. А не бывает так, что вот у вас, мы с вами в двух дружественных государствах находимся, и вот эта граница. Может, эта граница нас соединяет, если мы дружим? Вы все время вы ко мне приходите, я к вам. Причем переход через границу свободный.
Почему вы думаете, что нас разделяет, а? Во. Вот. Вот теперь вы уже поступили как диалектик. Это уже. Напомните мне на экзамене. Я не забуду это. Такое событие. Значит, скажите, а помните, я вам сказал, что такое грань? А, это вы были? Ну, все ясно. Балл вам уже обеспечен. Еще осталось 4 балла. Значит, граница определяется так. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Называется границей. Вот смотрите, у нас кто здесь сейчас сидит? Здесь сидят студенты, уважаемые люди, и сидит преподаватель. Будем считать, что он тоже уважаемый. Лекция у нас идет или не идет? Лекция нас соединяет или нет? Мы же на одной лекции. Я вот говорю, вы слушаете. Очевидно, что она нас соединяет. Мы зачем собрались здесь? Я для того, чтобы ее читать. Вы для того, чтобы слушать. Причем у нас еще и впереди там задуман экзамен, где я должен буду вас принимать. Вам это не просто надо слушать, а вам надо и готовиться. Вы прямо готовитесь сейчас к экзамену. Вот сейчас особенно вы уже балл получили. Раз. Лекция нас соединяет. Но можно доказать, что у нас она разделяет? А вы что, не видите? Я вот здесь сижу, а вы там сидите. Я на вас смотрю, а вы на меня. Мы же с вами с разных сторон. Согласны? И у нас и права разные. Я тут должен вот говорить, а вот я вас прошу, вы должны... А если вы будете разговаривать на лекции без разговора, я скажу, что вы тут нарушаете тишину? Может, я, наоборот, слишком много вам даю разговаривать? Меня еще накажут? То есть лекция нас разделяет? А тем более тот же экзамен, к которому мы готовимся. На экзамене-то я буду читать волюнтаристски, можно сказать, ставить буду. Что я считаю нужным, то и поставлю. Это ужас вообще. Я так обрадовался, когда вот последний экзамен на кандидатского минимума сдал. Приходишь на экзамен, думаешь, что он-то умный, а ты вроде как дурачок. Ну как вот, кто-то приходит на экзамен, что решат, то и поставят. Что поставить? Если вы потянете какую-нибудь комиссию, в комиссию ваших коллеги будут сидеть или мои коллеги? Ну, все вы знаете, все правильно понимаете. Поэтому это бесполезно ходить по комиссиям. То есть страшная у нас сила, сила произвола, диктатуры. Жаловаться некуда. Ужас вообще. Только написать какую-нибудь статью, как нас мучают. Как и тиснуть где-нибудь в какой-нибудь газете. То есть лекция нас соединяет и разделяет. Вот пример. А вот, значит, мы знаем, что такое граница. А вот теперь смотрите, чтобы такое принять. Видите, вот две доски, да? А между ними вот это пространство. И вот летит самолет. Оттуда летит и пролетает, и так вот здесь уже летит. Вот пока он не дошел до вот этой черной линии. Вот самолет. Пока он не дошел до этой черной линии, она предел для него или нет? А когда он уже перелетел, она предел для него или нет? Да. Какой же она предел? Он может дальше лететь. Что вы говорите? Ну вот, забираю с вас обратно эту единицу, которую я вам дал. Видите, какой злобный попался преподаватель. Только он подарил, раз это назад и все. Повторяю. Вот летит самолет. Скорость не сбавляет. Вы, наверное, понимаете, что он не может затормозить резко на границе, да? Он там договорился, что его пропустят, все в порядке, коридор есть, все нормально. Летит. Вот летит, и пока он не долетел, вот если он еще не долетел до границы, он может еще двигаться, лететь? Может. Значит, это для него не предел. Ну, пока он еще не долетел, так это для него не предел же? Ну, он же не уперся никуда. А когда перелетел, это тоже для него не предел? Может дальше лететь. Не видите, вот он полетел или туда, все. Не надо, мы про это говорим. Вот смотрите, пока до этой вот линии он не долетел, она для него не предел. А после уже она тоже не предел. Когда предел? О, все, я возвращаю вам обратно. Общий счет у вас 1-0. А там погасились две единицы, а это один. То есть вывод – предел, и это можете записать. Это граница, которую переступают или переходят.
Предел – это граница, которую переступают. Предел – это граница, которую переступают. Так, вот вы пришли на лекцию, так? И внимательно слушайте. Вы выходите за эту границу, вас пришли с определенными знаниями. У вас знаний хоть немножко больше стало? Значит, вы вышли за эту границу, которую были. Вы переступили границу? Сейчас мы еще в состоянии. Но вы пришли сегодня на лекции. Вот сейчас вторая лекция уже идет. Я уже битый второй, третий час уже распинаюсь. Вы хоть что-нибудь усвоили? То есть я не правда говорю, а я что-то хоть полезное что-то дал или нет? Дал. Раз если я дал вам что-то полезное, значит, вы что-то полезное усвоили. То есть у вас больше стало знаний, чем было. Значит, вы через границу переступили? Да. Через границу своих прежних знаний, которые у вас имелись до начала сегодняшних занятий. Так? Так. А раз вы переступили, а как называется граница, которую вы переступаете? О! Еще один балл. А вот вы молчите. А вот человек не молчит. Она набирает баллы. У меня уже 2 балла. А осталось еще 3 балла, и все. Граница. То есть вы вышли за свой предел. Правильно я излагаю? Ну, по определению предела. Предел – это граница, которую переходит. Если вы теперь знаете больше, чем вы знали до этого, вы выходите за свою границу. А как называется человек, который не выходит за свою границу? Ну, только вы можете спасти нас. Все. Она не выходит. А? Ограничен. Вот. Ты вам тоже бал. Ограниченный человек. То есть человек говорит, я только делаю только то, что умею. У нас такой был Сердюков. Как прямо как министр обороны фамилия была такая, да. Табуреткин. Я, говорит, профессионал, я делаю только то, что умею. Ну, а я-то, так сказать, такой диалектику изучал. Я ему говорю, а что вы умели делать, когда вам было 3 месяца? И вот он только и может это делать. Он профессионал, он же не выходит за свой предел. А в чем состоит развитие человека и ваше развитие в чем состоит? В том, чтобы постоянно что делать? Выходить за свой предел. Привожу пример. Это вот мы сейчас из области обучения говорим. А возьмем известную вам Елену Есенбаеву. Всем известно? Чем она известна? 28 мировых рекордов по прыжкам в шестом. И потом родила ребенка, и еще стала прыгать опять. И опять. Только тормознули ее эти самые какие-то санкции, которые нас наложили в связи с этим самым допингом. Вот она каждый раз выходила, она с кем соревновалась? Там больше и не с кем было соревноваться. Она чемпионка мира. Рекордсменка. Что такое рекордсменка? Это вот для нее был один предел, а она за него выходила. Если она повысит мировой рекорд, значит, она вышла за свой предел. До этого она никогда столько не прыгала. И так 28 раз она вышла за свой предел. Ну, а вы не 28, а 128 раз можете выйти в своем развитии, как журналист, правильно? То есть такую статью выучить. Я вот ура, как Пушкин говорил, ой, да Пушкин, ой, да сукин сын, когда написал хорошие стихи. А вы написали хорошую статью, будете прыгать, скакать. Какая я хорошая, какая я хорошо написала. А вторую что не напишете, потом опять. Итак, в чем состоит развитие? В том, чтобы постоянно выходить за свой предел. Причем у кого надо нам учиться? Учиться нам надо, дорогие товарищи, уже взрослые, у детей. Вот посмотрите, что делают дети. Вот младенец его, так сказать. Мать держит и больше всего боится, что у него это голова там. У него голова не держится, она рукой придерживает. А что делает ребенок? Он учится держать голову. Выходит. Он до этого не умел держать голову. Потом смотрит, держит уже так. У него покачивается голова. Ну, не особенно еще и взгляд не может, но он уже держится. Его положили. Он же как жучок. Руки, ноги у него болтаются, а перевернуться не может.
Хотя есть вот жучки, такие щелкунчики, они так подлетят и на ноги. Но редкие жуки. То есть их много бывает, но далеко не каждый жук это может. Так они беспомощные лежат. И эти лежат. Чем кончается? Что делает этот ребенок? Он же не такой грамотный, как мы. Он не знает, что нельзя выйти за предел. Он спокойно выходит за этот предел и переворачивается сам. И иногда ему помогает, но если он и никто не будет помогать, он обязательно перевернется. И начнет ползти. Куда он будет ползти? А? Нет, назад будет ползти. Он вот так будет. Назад поползет. Потому что еще не может идти целенаправленно вперед. Но потом будет уже к маме, да, ползти к маме. И он каждый раз вот выходит за свой предел. Он-то не знает, что нельзя переходить через предел. Он что делает? Он все время делает то, что он не умеет. Вот обратите внимание, что делают дети? Все время делают то, что он не умеет. Кто придумал вот эту глупость, которую уже взрослым задали, что вы должны делать только то, что умеете? Это вообще ужасное вообще это утверждение, правильно? Вы же должны все время делать вот новые статьи, новые проблемы рассматривать, так? Оценивать, агитировать людей, убеждать, осуждать, клеймить, да? То есть делать то, что вы не умеете. Каждый, что такое? Ну, а наш брат, вот, скажем, у нас система нашего образования в России состоит в том, что преподавать, ну, могут в ВУЗе ученые. Не те люди, которые прочитали книжку и могут ее повторить. А те люди, которые в какой-то области сделали что-то такое, что не сделал никто. Ну какой принцип, какие требования к докторам наук? Что вы должны открыть новое направление в науке. Если вы новое направление не открыли, вы доктором наук не можете стать. А кандидаты? Ну, по крайней мере, сделать должны, вот должна быть новизна. Если у вас дипломная работа, от вас новизна не требуется. Вы должны выйти на передний край науки и изучить то, что было. Но если это кандидатская диссертация, извините, если у вас там нет ничего нового, у вас это хорошо, то хорошо, это хорошо. Если нового нет, до свидания. Вы не можете быть кандидатом наук. Поэтому, грубо говоря, за что нам платят зарплату? Прежде чем мы будем преподавать, чтобы мы вообще получали зарплату, мы должны писать научные статьи. А научные статьи считаются тогда, когда там есть то, что другие не сделали. А это что значит? Мы должны все время выходить за свой предел. Поэтому, по крайней мере, такой вот докторский корпус и корпус там кандидатов наук, ну, это эти люди, которые это знают, что надо выходить за свой предел, потому что их выгонят с работы иначе. Просто выгонят с работы, потому что как? У вас есть новая статья? Нету. Все. Занято. И без разговоров. Поэтому вот это очень интересная вещь. Это, конечно, проще. Хоть и говорят, что трудные философии, но вот определение предела вам дал математическое, оно вам не понравилось. Но этого, я думаю, понравится. Что тут такого? Что тут такого непонятного? Надо просто постоянно выходить за свой предел. Вот видели, сколько у вас раньше было написано в вашей тетрадке? А сейчас уже видите, вот вы где? Вы же вышли за предел. Была граница. Ну, где у вас было до сегодняшнего дня написано? Вот. Это был предел. А вы раз и вышли за него. Вы только и делаете, что выходите за предел. А в чем состоит вообще образование высшее? Вы же хотели стать журналистом, да? Но вы еще журналист пока в становлении, так? Оно скоро завершится. Когда оно завершится, это ваш предел. То есть это та граница, вы через нее переходите. А когда перейдете, будете вы кто? Журналист с высшим образованием. Это что, и на этом остановится вы, развитие ваше, как журналиста? Если остановится, плохой вы журналист. А если не остановится, то есть вы все время будете выходить за свой предел, вы вот и есть тот журналист, который как раз вот, который ждет, общество ждет, государство ждет. У нас же государственный университет. Государство говорит, срочно становитесь журналистами, тот постоянно выходит за свой предел. Я вам от имени государства это докладываю, поскольку у нас же государственное. Это что такое государство? Тюрьмы, лагеря. Система исполнения наказаний, суды, прокуратура. Вот что такое государство. Судебные приставы и исполнители. Детские сады, школы, больницы. Ну, это школа, это не государство, это презрение. Наше дело вас душить на экзамене. Кто не будет выходить за свой предел, два.
кроме вас, вам три. Ну как людей заставить выходить за свой? Их сначала зовешь, приманиваешь, подманиваешь, но еще и угрожаешь там и так далее. Поэтому нам даны чрезвычайные полномочия. Решать буду единолично, но право на обжалование у вас остается. Но это бесперспективно, как вы понимаете. Вы народ взрослый, все понимаете. Выход один – выходить за свой предел. Это будет всячески поощряться. Так. Поэтому вот это вот вопрос, это, с этим носились люди, целые течения были философские, дескать, ясность, изложение. Ну, ясность – это хорошо, я не против ясности, я вам тоже стараюсь ясно излагать, но не все. Как бы ясно не излагал, но если я вам сейчас буду давать определение определения, которое есть в науке логики, то это будет не очень ясно и не очень понятно. Могу вам процитировать определение, определение. Вот нигде же не найдешь этого определения, а в науке логики есть. Качество, которое в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, есть определение. Так оно записывается строго, вот в философском, но и в диалектическом языке. Но поскольку вы науку логики не читали, то это и непонятно. Это понятно, что это непонятно. Я могу вам это растолковать. Что вот взять за ваше определение? Надо взять какое-то ваше качество. Первое. Это какое-то качество. Но качество, если оно у вас сегодня есть, завтра нет, не является вашим. Сегодня вы хорошая, завтра вы плохая, сегодня вы добрая, завтра вы злая, сегодня вы смирная, завтра разъяренная. Что взять за определение? Надо взять такое качество, которое сохраняется в изменениях. Не то, что у вас сегодня есть, завтра нет. Да? Сегодня вы хотите выходить за свой предел, а завтра вы уже не хотите выходить за свой. И значит, это не годится для качества. Значит, качество надо взять такое ваше качество, которое сохраняется в изменениях. Если человек добрый, он добрый не тогда, когда все хорошо, и тогда, когда ему плохо, он все равно добрый. Правильно? Раз. Во-вторых, и это должно быть такое качество, которое вы удерживаете у себя, оно есть ваше в себе, это вы равны ему. Это ваше равенство с собой. Но не всегда же бывает, хоть человек добрый, бывает, и на кого-то накричит. Бывает же такое. Так вот, вы противитесь переходу в иное качество. То есть вы себя сохраняете, как такого человека, понимаете, кто вы и что вы. И это свое качество сохраняете. Если умный, так вы стараетесь глупым-то не выставлять себя, правильно? Но, следовательно, значит, вы должны противиться переходу в иное. Вот это называется в единстве с другим моментом, это нечто с в нем бытием. Следовательно, ваше это качество должно проявляться и вовне, а не то, что у нас внутри есть. Вот внутри вы очень хороший человек. Ну, когда что-нибудь хорошее-то сделаете, хоть что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. А если вы хороший человек, но ничего хорошего не сделаете, под сомнение встанет вопрос о том, хороший ли вы человек. Правильно? То есть вот что имеется в виду. То есть это я вам растолковал, это определение. Оно очень глубокое определение, очень правильное. Но записывается так, с непривычки, конечно, с непривычки, но не очень так вот понятно. Но это понятно у Гегеля, если разбирать сначала и дальше идти, там понятно, потому что каждая отдельная категория там определяется. Не так, что вот просто я сказал, я же вам вырвал из контекста и сразу дал то, что не идет от простых, а прямо сложное. А сложное, конечно, непонятно сразу. А в итоге мы с вами подвергаем критике тех философов, которые говорят, вот истинность, она вот от ясности. Ну, это хорошо бы. Но ясность – это некоторый результат изучения, а не ясность с самого начала. Сложные вещи – это что такое? Кто-нибудь может сказать, что такое сложное? То, что непонятно. Нет. Труднопостижимое. А? Труднопостижимое. Нет, это трудное есть. А сложное что такое? Состоящее из... Я взываю к вашему чувству, журналистскому. Состоящее из простых. А? Состоящее из... О, смотри, что делают. Еще вам бал. Сложенное из простых. Сложное. Осталось три. Сложное – это сложенное из простых. Ну, сложное, так и сказано. Сложное. Сложенное.
Поэтому если вы берете вот что-нибудь там высокого уровня сложности, вы это не можете понять сходу. А если вы пойдете вот по этой цепочке, по ступенькам, то вы можете подняться на любой этаж. Правильно? В гору тоже можно подняться, но если вы туда хотите запрыгнуть, на гору, на которой 6 километров, это никак не получится. Вам надо так потихонечку. Причем у вас 4 руки, конечности, так вы должны все время 3 держаться, одну передвигать. Одну только конечность передвигать. А вот кто это забудет, свалится и пропадет, когда вы двигаетесь в гору. Да? Потому что а еще одна сорвется, хоть вот у вас 2 точки, хоть по крайней мере, было. А вот если 2 руки сразу, поэтому люди и забивают туда, чтобы ухватиться, и не торопятся. Превосхождение на гору. Также и превосхождение в науке. Это сложно. А сложно, то есть сложно из простых. Идите по простым, и так и дойдете. И никакой проблемы тут нет. Но надо идти. Дети, они не знают, что у них это не получится. Поэтому они вдруг начинают ползали, потом вдруг начинают ходить. А когда говорить начинают, это вообще... Они-то не знают, что они могут не научиться говорить. Такой глупости им не приходит. Они видят, что все разговаривают, они тоже начинают сначала говорить. А потом, глядишь, они уже болтают. И очень быстро. И вроде бы сначала кошки какие-то или собаки рядом с ними выступают какими-то сложными животными. А потом, как только он заговорит, все, он оставил далеко позади. И кошек, и собак, этот ребенок. Но когда он становится взрослым, он уже это свое качество начинает выходить за свой предел, утрачивать. А ваша задача не утрачивать это качество. И тогда будет все хорошо. Так. Что еще думали товарищи философы по поводу истины? Критерии истины, например, некоторые считают, общезначимость. Истина то, что соответствует мнению большинства. Как вам такой критерий? Это любят делать так называемые социологи, так называемые. Потому что они начинают выяснять, какое мнение у большинства. А чтобы выяснить, какое мнение у большинства, что надо сделать? Посмотреть, что передавали по телевизору за последний месяц. И все. И ничего не надо, никаких опросов, то все будет ясно. Потому что мнение большинства и знание большинства – это две большие разницы. За что Джордана Бруно сожгли? Потому что его позиция не совпадала с мнением большинства. Потому что у него была позиция, что Земля вращается вокруг Солнца. А у большинства была позиция, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну и каждый здравый человек, вот Энгельс говорил, здравый человек, который руководствуется здравым смыслом, говорит, мы руководствуемся здравым смыслом. Ну вот утром он встал, смотрит, вот на востоке Солнце. Здравый человек смотрит на небо, он же не пьяный. И не больной видит, что вот солнце перемещается, и потом оно закатывается. Да что вокруг чего вращается? Ну, ясно же видно, здоровый человек-то видит, что... Ну, сейчас, правда, здравый человек уже может посмотреть, как это выглядит из космоса, с помощью космонавтов, уже это... Уже так как-то на люди не проходят. А тогда сожгешь человека за такую точку зрения. Поэтому это не критерий истины, а вообще значимость. Еще Демокрит замечал, что вопрос об истинности не решается большинством голосов. Вот у Ленина есть такое высказывание Прокаутского. Лакейство оппортуниста перед большинством партии. Как бы большинство партии – ничто. А большинство партии может быть неправо, запросто. Вот большинство 22-го съезда проголосовало против главного марксизма. И КПСС перестало быть коммунистической партией в один день. И все. И часто первооткрыватели, отстаивая истину, оказываются в одиночестве. Да это не просто часто, это правило в науке. Открывает какую-нибудь новую истину. Сколько человек? Один или два, да? Больше. Или иногда какой-нибудь научный коллектив. Чего-то на синхропозитроне открыл, тогда их целая куча. Человек 5. А так вообще это редкость. Никогда большинства не получается. Есть конвенциалистская концепция, решающий критерий считает в согласии научного сообщества. Давайте вот договоримся с вами, что крокодилы синего цвета.
Ну что, мы не договоримся с вами? Вы же мои студенты, я ваш преподаватель. Давайте договоримся об этом. Это что такое? Конвенционализм. Конвенцию. Заключим соглашение. То есть не будем копаться, что истина, что не истина. Еще начнем спорить, начнем еще ругаться. Давайте просто договоримся. Ну, не хотите говорится, что синий? Ну, давайте напишем, что крокодил красный. Ну, давайте так договоримся. Как-то надо договориться. По этому поводу есть тоже анекдот, что Сталина оживили. Сейчас методы есть оживления. Сердце уже пришивают, головы скоро будут пришивать. А тут все это надо оживить. Оживили. Он быстренько почитал газеты, собрал политбюро. Говорит, ну что, свое, старое политбюро. А это, говорит, политбюро. Два предложения у меня. Все политбюро расстрелять и Красную площадь перекрасить в зеленый цвет. А все говорят, почему в зеленый? Ну ладно, говорит Сталин, это по первому вопросу мы договорились, это мы оставим на потом. Конвенционизм. Договорились. Поэтому, когда речь идет просто о согласии, мнении, большинство так считает, большинство экономистов считает. Конечно, Карл Маркс – это не большинство экономистов, это один, но гениальный. А большинство экономистов не гениальные, а серые. Вот они все считают. А что является не на самом деле критерием истины? Практика. Мы об этом уже говорили и снова к этому возвращаемся. Что вот то, что проверено практикой, то является истиной. То есть, если мы хотим узнать, правильно ли мы понимаем мир, если то, что мы задумали, у нас получается, то значит, это проверено. А если не получается, то, может быть, все равно это истина, но просто мы еще недостаточно за это поборолись. Или недостаточно, так сказать, правильно действовали. То есть нам надо еще что-то исправить, что-то доделать, правильно, чтобы получить истину. Есть концепции, которые критикуют понятие критерия истины. Еще Кант считал, что понятие всеобщего критерия истины является бессодержательным, якобы. Карл Поппер делает вывод, что точно фиксируемого универсального критерия истины вообще не существует, поэтому нет смысла заниматься его поисками. Смысла нет заниматься его поисками, а быть философом, считаться философом и ученым – смысл есть. И у нас есть люди, которые находят так и хорошие, теплые места, хотят быть известными, но никаких критериев применить нельзя, чтобы определить, он ученый или не ученый. А что такое практика? Это целесообразная, сознательная деятельность людей, направленная на преобразование окружающего мира. Целесообразная, сознательная деятельность людей, направленная на преобразование окружающего мира. Алло. Алло. Алло, кто говорит? Не могу говорить, у меня лекция. Так, у нас во сколько лекция должна закончиться? 20:20. Еще у нас 10 минут. Мы успеем. То есть к критерию истины, конечно, надо относиться осторожно. Вот, в том смысле, что надо смотреть, нет ли в самой практике каких-то ошибок, не в самой идее. Может быть так, что идея эта была правильная, а при ее исполнении были сделаны ошибки. И тогда, в ходе практики, и тогда этой практикой вы не проверите. То есть для того, чтобы пользоваться критерием практики, нужны высокие требования к самой практике. Правильно? Поэтому вот есть великие практики. Они обычно и называются вождями народов. А другие, они тоже вроде практики, а завели людей не туда. Так, ну вот, собственно, что я хотел вам изложить. А вопросы есть ко мне?
по этой лекции. Нету? Ну, тогда на этом и закончим. Спасибо. Пожалуйста. Успехов.